Привет всем! Я певица Шер. Мальдивы, Багамские острова, всякие там Парижи, Венеции. Надоело. Я хочу съездить куда-нибудь отдохнуть там, где я не была. Вот, например, Омская область. В России, Омской области. Или в Эстонии. Ида-Вирума. Да. Может съездить в Латвию. В Саудус. В город Саудус. А может быть... Женев. В Швейцарию. Какой город мне посетить? Кто же мне поможет? Конечно же, Скуби-Ду мистическая корпорация вам поможет. Скуби-Ду? Конечно же, мы поможем. Правильно, Скуби. Надо полагать Шеру. We've got a plan, so we'll rid us of that someone. Да, у нас есть план. Есть, конечно. Сколько нас? Ну, мы мистическая корпорация, мы 5. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Летим. Упс. И где же можно копать картошку? Даже не знаю, где же зимой копают картошку. В России, в Омской области, ясно? Ну ладно, даем первый балл Омскую область. Не знал. Ну ладно. Это какие-то странная картошка, невиданная. Не только мы. Даже... Надо проверить. Пока будем проверять. И другие помогут справляться. Окс. Снупи и Чарли Браун. Так, Снупи. Давай поможем этой певичке, Шер. Чарли, ну помоги, пожалуйста. Ладно, Снупи, выучу азбуку. Облако. Иван-Царевич. В Эстонии Иваны, ну не знаю. Страшила. Жар птица. О, хочу увидеть жар птицу. Женеве. Женева. Первый бал. Ой, ну спасибо. Спасибо, Чарли. Segway guy из Happy Wheels. Открой страницу 1 и нажми на знак вопроса. Давай. Глазами? Вот... Правильно, молодец. Ты слышишь ушами? Ага. Правильно, молодец. Носом мы чувствуем запахи? Правильно, молодец. Ого. Здоровые зубы черного цвета? Правильно, молодец. Чего? Неправильная книжка была. Какие черные зубы могут быть здоровыми? Но черные зубы и черные страны. Была загадка. Болечка черная тут. Эстония. Первый бал. Женева. Второй бал. Санта-Клаус. Привет, герои в масках! Хотите ли вы подарки? Конечно, Санта-Клаус! Придется поработать! Ты, вот. Ты Амая! Рисуй рельсы и шпалы для поезда. Который ездит в Латвию, в город Саудус. Хотя Саудус находится недалеко от Риги. Да. Так,
21 балл, Латвия. А второй синий парень будет... Где-то. Так. Кого будем поднимать? Краном. Да. Ну, а ты... Ты странный парень. Посчитай и отведи всех пассажиров теплохода. Куда я буду плыть? В Женеву. Швейцарию. Ясно. Ну, а мы тогда отправимся на ферму. Раздаем подарки фермеру. Да. Он тоже хочет подарки. Ура! Вперед! Поменяем сани на повозку и развезем все подарки. То есть срубим древесину. Елочку для фермера на Новый год. И колесо для фермера. Так. Ну и где же эта ферма находится? В Эстонии. Вирма. Да, Вирма, вот. Ясно. Просто я не фанат эстонского языка. Да. Мы тоже. Гамбл. О, привет. Привет. Где Дарвин? Дарвин отдыхает. Он передал тебе привет. Спасибо Дарвину. Он сказал, что ты можешь дать подсказку. Конечно, даю подсказку тебе, Гамбл. Выучим азбуку и слушаем. Ини. Ну нет, там холодно, туда я нет, туда нет. Самовар. Ох, это уже лучше. Чайку попить можно. Окно. Жук. Окно гостиничного номера в Омске, второй балл. Вот. А теперь приходи играться с нами. Ладно, сейчас я за Дарвином побегу. Какой-то парень интересный попался. Так. И почему? Кто красил? Я же из Симпсонов. Я желтым должен быть. Это, наверное, как его там... Гомер раскрасил, пока ты спал. Срочно надо вызывать такси и за Гомером. Все, я поехал в больницу, у меня что-то с кожей не того. Из-за Гомера того. Поищите желтый цвет флага, а я в больницу за желтую свою кожу. Так. Ой, даже... А, желтый цвет, желтый цвет. Да, да, white ball. Подожди, оксид свою. О. Немножко желтого есть тут. Вирума, третий балл. Женев. Четвертый балл. А теперь, и даже объекты про Шеру слушали, если что. Да, да. Желтый цвет. Не нравится ваш желтый цвет волос. Спасибо. Вообще-то я всегда черные волосы у меня. Я просто специально для вас... Перекрасил. Жираф. Жираф. Желудь. Так. Индюк. Игла. Самолет. О, семь. Самолет летит в Саудус. В Ригу. Хотя в Ригу, да, и в Ригу. А потом летит. Можно в Саудус отправиться. Латвия, третий балл. Облако. Ослик. Так. О, картошка фри и четверочка. О, ну что ж, поможем? Ты можешь помогать. Почему я? Потому что ты достал только четверку, а не пятерку. Я же хост этого шоу. Зачем ты так поступаешь со мной? Я хочу пятерку, я хочу быть отличником. Дружить с отличником, так шучи азбуку. Ладно, я расскажу Иксим об этом. Остров. Остров. Есть ли здесь где-нибудь нет, остров? Нет остров. Ну, нет островов у нас. Индюк.
Ты давай! Две попытки осталось. Тес. След. Ж. Жаворонок. Да, упс, ну я пытался. Ну все, четверка. Эй, не надо хвоста обижать. Четверка это вообще-то хвост, а не и объект. Ну ладно. О, Шер, я вижу, что ты перекрасил волосы. Специально для вашего шоу. Ну, спасибо. Но я тогда буду выучить латышскую азбуку. Так что и мой канал, и мой стран, мои любимые буквы. Тут есть какая-то птица. Ну ладно. Пятый балл, Швейцария. Коса! Собака! Туда нет! Там комаров много! Не беспокойся! У меня комары не кусают меня. Я же предмет все-таки. Ну, красотка, я пошел. Пусть отец коммунистическая корпорация вам поможет. Ну, и как же мы можем сейчас помочь? Я знаю, Шеги. Надо только выбрать предмет, который нам помогать будет. А, волшебный предмет у принцесс? Так точно. Давай, пошли поищем. Что ты нашел, Шеги? Я нашел какое-то зелье. Зелье? Ну, выпить, стать пьяный? Нет, нет, не хочу я напиться, нет, нет. Голова потом болеть будет на следующее утро. Ну, Велма, ты что нашла? Я нашла рог из фильма «Кавказская пленница». О, ну там тоже вино было. Не хочу я дурманиться, нет. Нет, ищите дальше. Так. А Дафни нашла какие-то часы. Часы? О. Так. А Фред нашел. Скуби нашел ядовитое яблоко. Вы что, травить меня хотите? Скуби. Я нашел зеркальце. Оно скажет. Правильно, Скуби. Так, мистер Зеркальце, скажите мистической корпорации и помощь. Страна Омск, Россия. Омск, Россия, 4-й балл. А, Шаги, зачем ты разбил это зеркальце? Это не я разбил, это монстр разбил. А, там монстры? Убегаем, монстры! А! Ну что, хозяин, может еще одну азбуку для великолепной Шар, ну пожалуйста. Ну ладно, Снупи, второй раз и хватит. Слон. Да-да, в Латвии особенно. В Латвии нет очень слонов. Много слонов. Только в Риге есть зоологическая издарс в Риге только. И игрушки. Игрушки. Жираф. Так. О, ослик. Жирафы, ослики всякие. Да, о чем ты думаешь? Так, следующий кто у нас? О, белка. Ну, конечно же, Сегвей Гай следующий. Ну и куда ты едешь? Он едет по буквам. Ага, по буквам. Ну, давай, попробуем. Ослик. Жаба. Где тут жаба? Иванушка. Ладно, ищи своего Ивана в Эстонии. Достали уже с Иванами. 4-й балл. Сундук. О, сокровище. Сундук. В Салду, с Латвии.
Да, ну ладно, я поехал за сундуком. Так. Куда мы тут приземлились? Где мы тут очутились? Вы кто такие? Мы герои в масках! Какие вы герои в масках? Где ваши маски? Какие маски? Вы простые дети, которые заблудились в лесу. Маша, давай помоги им выбраться из леса. Не умеешь ты, Мишка. Нормально общаться. Я хорошо общаюсь с этими. На границе. В Латвии, в город Саудус. Пятый балл. Вообще-то мы беженцы из Украины. Мы бежим в Латвию. Так. Стоп, Санта-Клаус. Да, заяц. Ты дорожную азбуку знаешь перед тем, как ехать в гости к детям? Ну, конечно, знаю. Сейчас проверим. Светофор. Что такое светофор? Ну, светофор это красный, это стоять, желтый это погодите, а зеленый это идти. Красный, желтый, зеленый. Ладно, дальше. Иллюминатор. Ну, это в корабле иллюминаторы бывают. Железная дорога. О, куда можно отправиться. Жигем. Шестой балл. Остановка. Ну, конечно, ваша остановка. Омск, пятый балл. Ну, мы можем ехать? Да, вперед. Так-с. Ага. Сколько у меня букв? 7. Давай, послушаем 7-ю песенку. Может, найдем подсказку. Весело. Ну и куда же этот отправляется паровозик? В Омск. 6-й балл. Так-с. Так, давайте мне тоже песенку послушаем. А то я не могу больше выдержать этого розового цвета. Скорее я желтый опять буду. 6 тут. О, шеф. И полет не знаком. Вот и я, словно птица, в замке я опасал. Станет солнце над лесом, только не для меня. Видела, сколько подсказок у тебя? Принцесса в замке, словно птица закрыта. Там еще солнце встает над лесом. Ищите, короче, а я пошел к доктору. Лечиться и вернуть свою кожу. Так. О, Женев. Птица. 7-й балл. О, замок. Ида Вирума. Замок Вирума, Эстония. 5-й балл. Так. Ну что ж. Я готова помочь. Я готова осветить ваш путь. Искра. Не только искрами, но и светом. О, Салли. Так. Журнал. О, да, я была на последнем, на обложке последнего журнала в Женеве. Так, 7-й балл. Обгон. Так. Так, с азбукой у тебя ничего не получилось. Иди-ка ты подговори с котом. Надеюсь, ты знаешь кошачий язык. Но пошел разговаривать. Ладно.
Достань подсказку. Ну и что он-то бурлыкает? Ну, он мурлыкает. Женева. 8-й балл. Женева? Ладно, отправляемся туда. Да, бедная четверка из БСБ. Он же хостом учим был. И сейчас этот картошка фри хуже круассана стал. Ничего. Я с бандитами не разбираюсь. Пустяти. Лисическая корпорация разберется. Это же не бандиты. Это же монстры. Да нет, это бандиты, бандиты. Корабля. Да? Нам стоит пойти на яхту, разобраться, в чем там дело. О, спасибо, что вы пришли, мистическая корпорация. Эти бандиты достали уже. Ну, тогда это очень просто. Можно всех бандитов... Всех бандитов... О, хорошая идея. Выкинем их в заборт. Вот, и яхта свободна. Шер, для вас. Сейчас мой кит чихнет их отсюда. Капитан Рунгель вас готов отвезти в, как его там, в Омске. 7-й балл. Ой, ну спасибо, спасибо, мистическая корпорация. Ах да, Шер, пока они тут разобрались с Врунгелем, я вызвал эксперта из болоты. Эксперта, да? Из болоты. Да? Из болоты. Вау, это интересно, ладно, сейчас разберемся, что это за эксперт у нас. О, ребята, Шрек, осел, Фиона, привет, подружка. Осел, ты нашел страну? Куда же вы все бежите? Мы бежим в Омске, это дракона с преследования. Сибирь наша родина. Это действительно мне нужно видеть своими глазами. Итак, Шер отправляется в Омске. Russia. Welcome to Russia, мать ваша. Как Серж Морж.